Гулять и заниматься спортом на улице можно, но в маске и соблюдая социальную дистанцию. В республике смягчают условия самоизоляции и ужесточают режим ношения масок. Это одно из решений, принятых по итогам рабочего совещания в Рио главы республики. Ранее ношение маски было рекомендательной мерой, теперь стало обязательной. С 12 мая и до особого распоряжения все жители Чувашии обязаны защищать органы дыхания, находясь в транспорте и общественных местах. Ситуация может измениться очень-очень быстро. И в какую сторону эта ситуация пойдет, изменится, зависит вот только от нас, от каждого из нас, кто где находится, на рабочем месте, прогуливается или иные функции выполняет. Важно просто придерживаться всех тех мер безопасности и быть дисциплинированными самому, следуя рекомендациям врачей и Роспотребнадзора.